Семья всегда была и остается первым посредником между книгой и ребенком. Именно в семье формируется интерес к книге, воспитывается читательский вкус. Если мы хотим, чтобы ребенок читал, рядом с ним должен быть читающий родитель. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, ребенок это улавливает и впитывает. Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор книг Шпаргалка для родителей для чтения вслух ребенку на ночь. Ведь минута перед сном. Это время душевной близости, тактильного контакта с мамой и папой. Время, когда взрослые и дети находятся рядом и никуда не торопятся. Книги, представленные в обзоре, обеспечивают эмоциональной и социальной поддержкой. Учат ценить и любить своих близких, быть добрым и отзывчивым. В легкой и увлекательной форме рассказывают о семейных ценностях. Первая в нашем списке книги Елены Ракитиной «Сережик». Это книга о маленьком ежике с милым именем Сережик – на самом деле Сережек мечтал, чтобы его называли Боря, но законы дальнего леса запрещали такой произвол. Сережек дошкольник, он живет вместе с мамой и горя не знает. Нет, все-таки знает. Его расстраивает, что его обзывают микробом за маленький рост, что его не берут в школу, а еще он невероятно сильно хочет вырастить мандариновое дерево. Несмотря на то, что Сережек обожает свою мамочку, ласково называя ее Мажуся, иногда он проявляет эгоизм и может капризничать. А какая у Сережика была замечательная мама. Они вместе играли во все на свете. В шашки, в солдатики и даже в догонялки. Мама учила Сережика прыгать через какалочку и подтягиваться на турнике. Мама пекла пироги с картошкой, с брусникой и с грибами. А иногда и пирожные с кремом. Но вкуснее, конечно, всего мандариновое печенье. И вот однажды в жизни с Сережика все меняется. Мама исчезает, и бедный ежик оказывается совершенно один. Как ее найти? Сережа отправляется на поиски и в ходе своих приключений взрослеет, учится брать ответственность за свои поступки, обретает смелость и силу, а наградой тому будет встреча с самым любимым созданием на Земле, мамой. Книга учит не сдаваться, бороться за свою мечту до победы, учит сохранять надежду в любой ситуации, а также стремиться к своей цели и трудиться для ее достижения, воспитывает доброту, смелость, показывает пример уважения и любви между родными. Книга Ирины Зартайской «Мой папа самый лучший» – это сборник небольших добрых рассказов о жизни разных зверят, жителей одной поляны. Необыкновенно душевные истории о разных папах и мамах зверят. Например, папа зайки оказался самым храбрым, бельчонка – самым ловким, ежонка – самым заботливым, папа медвежонка – самым сильным, папа малыша барсука – самым лучшим строителем, папа лисички – самым хитрым, папа волчонка – самым смелым, а папа крошки-рыси – самым зорким. Обсуждая качества каждой семьи, зверята учатся договариваться, уважать друг друга и проявлять бережливость в дружбе. Софья Могилевская написала 11 историй про Сашу и его удивительного папу который был самым-самым настоящим волшебником. Легкая светлая книга о том, как обыкновенные вещи по мановению руки могут стать совершенно необыкновенными. А руководит этой магией Сашин папа. Каждый день с ними на даче происходит что-то хорошее. Будь то знакомство с шалоней белкой, которая, оказывается, умеет обижаться. Встреча с крошкой мухомором, который превращается в великана. А в другой день вдруг оказывается, что вишни умеют петь. А разве не здорово прокатиться на самом настоящем тракторе и построить с папой самый волшебный дом? Об этом и многом другом повествует каждая из историй. Книга учит видеть необыкновенное в привычном, вдохновляться природой и беречь ее, наполнять любовью, заботой и теплом отношения в семье, воспитывает уважение к старшим и бережность к младшим. Рассказы про Петю и папу Леонида Каминского наполнены игрой слов и добрым юмором. В книге под одной обложкой собрана история о мальчике Пете и его папе, удивительных товарищах, которые всегда найдут себе интересные занятия и никогда не станут скучать. Папа и сын играют, рисуют, дурачатся, путают все на свете, сочиняют новые игры и новые слова и смешат друг друга до упаду раз за разом. Книга наполнена забавными иллюстрациями и читается на одном дыхании. «Петя», – спросил папа, – «а ты знаешь, что такое скороговорка?» Нет. А, это, наверное, такая девчонка, которая очень быстро говорит. У нас в старшей группе была одна скороговорка – Аня Пирожкова. Она строчила, как пулемет, 300 слов в минуту. Нет, сказал папа. Скороговорка – это шуточная фраза, которую трудно выговорить. Вот, послушай. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Зачем? – спросил Петя. Что зачем? Зачем этот Карл у Клар Улкар. Зачем он стащил у Клары ее украшения?» «Не знаю», — сказал папа. «Может быть, в шутку». «Ничего себе шуточки!» «Да и это крала!» «Ой, Клара тоже хороша!» «В отместку утащила у него музыкальный инструмент, а сама, небось, и играть на нем не умеет». «Ладно», — сказал папа, — «раз этот скороговорка тебе не нравится, я вспомню другую». Рассказы учат легко с юмором относиться к жизненным ситуациям. Всегда поддерживать близких развивают фантазию и словарный запас. Небольшие, но очень живые рассказы о мыслях, фантазиях, переживаниях и радостях мальчика Никиты и событиях в его семье мы узнаем из книги Тамары Михеевой «Полынный слон». Кто же такой полынный слон? Мама подарила Никите полынного слона. У него были такие умные глаза, что Никита даже зажмурился. Мама принесла слона в сумке, в которую собирала полынь. Мама любила собирать всякие пахучие травы и набивать ими подушки. Она считала, что на таких подушках крепче спится. Слон весь пропах полынью. Он был маленький, шелковистый, серый и совсем ручной, в руке помещался. «Кто-то потерял, наверное», — сказала мама. «В самых зарослях лежал». Но Никите казалось, что заросли полыни — это слоновий дом. В каждом рассказе Никита проживает разные наважнейшие события. Например, обретает друга в деревянной лошадке на окне. Никита дотянулся до ее головы, погладил и прошептал. «Привет, лошадь! Ты чего тут одна, за шторой? Спряталась?» И лошадь ответила, что нет. Она была бы рада с ребятами играть, но почему-то ее поставили тут на окне. Может, бояться, что ребята из-за нее такой красивой передерутся. «Ну что ты», — сказал Никита, — «мы уже в старшей группе, мы же понимаем». Они еще погадали, зачем ее сюда спрятали. А потом Никита рассказал, почему он не спит, и еще много о чем. Лошадь внимательно слушала, почти не перебивая, и только смотрела внимательно карими глазами. Было видно, что с Никитой ей интересно. «Ребятки, просыпаемся!» – раздалось тут в спальне. И Никита удивился. «Как? Уже? Уже весь тихий час кончился?» Он еще раз погладил лошадь и прошептал. «Не грусти, лошадь. Завтра увидимся». Еще Никита мечтает выпустить всех зверей из зоопарка. Слушает листопадную музыку, выбирает имя для собаки беседует с Луной, кушает ненастоящих ежиков, встречает дома новую сестру. Рядом всегда папа и обязательно мама, которая непременно выслушает, сводит на концерт Шопена и сыграет в интересную игру «Не шевелюху, молчанку». Книга наполнена атмосферой радости и спокойствия, развивает любознательность и воображение, учит бережно относиться к близким, дает пример уважительных отношений между родными. А книга Юлии Кузнецовой ⁇ Дом П ⁇⁇ удивительная трогательная детская книга с глубоким посылом как для детей, так и для взрослых. История знакомит нас с жизнью обычной российской семьи. Дети Вика и Тина, мама Таня, папа Сережа, бабушка Женя, папина мама. Бабушка Женя удивительная и очень деятельная старушка. Обожает бокс, заботится обо всей семье и совершенно не любит никого огорчать. Вот так, чтобы не огорчить своего сына Сережу, она отправляется в дом П. Условно санаторий, а на деле дом престарелых. Но бабушка не держит обиды и на новом месте активно проявляет лучшие стороны своей личности – дружелюбие, смелость, интерес к жизни. Так ярко, что в конце концов все обитатели дома П заражаются ее энергией и становятся радостней и смелей. Книга учит нас тому, что очень важно говорить правду о своих желаниях, в любой ситуации нужно оставаться самим собой, говорить вслух о своих чувствах и не оставлять на потом важные разговоры, а также, что искренняя доброта и вежливость способны растопить любое сердце. Главная героиня книги Екатерины Шелеметьевой «Когда срастаются деревья» пятиклассница Женька, получив задание в школе, рисует семейное древо. Только не может решить, кого помещать на его ветви, а кого нет. Найдется ли там место для отчима и сводной сестры? И как быть, если любимый дедушка ей не родной? Просто не отмечать его, вычеркнуть. Когда срастаются деревья, это история преданной настоящей дружбы ребенка и взрослого, сотканная из детских воспоминаний, игр, шалостей, горестей и побед. История семьи, которую трудно уместить на ветвях родового древа, и тогда рождается родовой лес. Книга воспитывает силу духа, смелость, развивает смекалку. История поможет детям справиться со страхами, научит способам выражения эмоций, а взрослым покажет, насколько важно сохранять контакт со своими детьми. Семейное чтение в России играло особую роль в становлении личности, в формировании эстетических убеждений. В воспоминаниях писателей, поэтов, ученых можно найти немало проникновенных строк о семейных чтениях обсуждениях прочитанного, как счастливых моментах духовного общения с родителями. Воссоздать традицию семейного чтения очень сложно, но можно. Мы предлагаем познакомиться со следующими книгами для семейного чтения.